Вооружитесь и займите оборонительную позицию! Галахад, командуйте. Идем. Сэр Галахад! Там на мосту напали на карету лорда Гастингса. Мы не знаем, есть ли выжившие. Лукан и Грейна Персиваль! За мной! Возможно, Гастингс еще жив. Нужно пробиться к нему. Итак. Рыцари! В бой! Уничтожить всех повстанцев на мостике! Отлично. Вижу стрелка. Галахад, найдите укрытие. Не успел. Но ничего страшного. Очень больно. Ну достань. Есть. Укрытие. Прямо в цель. Все. Эту часть моста мы отбили. Скорее. Нужно спасти лорда Гастингса. Нужно вызволить Гастингса. Я вас прикрою. Лукан и Грейна, давайте. Тащите его, когда я скажу. Поняла. Готовы? Тяни! Порядок. Отступаем ко дворцу. Куда вы? Закончить начато! Сейчас не время для мести! Придите в себя! Грей, стойте! Сейчас время пострелять! Есть! Так, спокойно! Лорд Гайстинс у нас! Кто-нибудь видит Галахада? Штаб! У нас есть стражи в этом районе! Сэр Лукан, это Страж 3. Мы в одной лиге к северу от Вестминстерского моста. Страж 3, разыщите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэр. Работаем. Так, здесь патроны. Отлично. Это мы с вами заберем. Винтовка. Так. Есть бочка. Супер. Давай, 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 давай. Бей. Здесь еще гранаты. Так, подождите. Нет. Я хотел взять гранату всего лишь. Сейчас отойду. Ладно, фиг с ней. Защищайте стрелка, не дайте ему пробить. Ай-яй-яй. Ну, значит, кто-то еще остался здесь. Сейчас посмотрим. Да, все чисто. Эй, вы двое! Один сюда, второй направо! Давайте живее!
Страж 3, нужна поддержка. Мы уже на подходе, сэр Галахад. Вас понял. Рыцарь, убейте его! Не убивайте меня! Треклятые повстанцы. Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас орудие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Ничего себе! Сэр Галахад, к вам приближаются повстанцы. Я готов. Страж 3, не смейте его упустить. Есть, мэм. Так, вижу тебя. Ничего себе! Вот это да! Так, здесь мы патроны взять не можем. А, вон вы где. Ну ладно. Черт возьми, нашего убили. Готов. И еще один. Молодцы, ребята. Галахад, повстанцы отступают. Солдаты королевской армии уже на подходе, они обеспечат защиту. К черту армию. Это моя битва. Сэр Галахад, рыцарь возможен, чтобы вы прекратили преследование. Так, откуда? А, вон. Всем сотрудникам, не приближайтесь к восточной оконечности Вестминстерского моста. Мы наблюдаем интенсивный артиллерийский обстрел. Есть! Просто все в щепки! Получите же. Спокойно. Переждем. И снова в атаку. Спокойно. Ну все, убили? Да. Готов, мальчик. Получайте. Галахад, это прямой приказ. Отставить!
мистер Лохат! Что вы делаете? Придите в себя! Возвращайтесь во дворец! Где индианка? Где она? Где она? Где? Отвечай! Отвечай! Бывает, Чапели. В борделе. Где сэр Галахад? Леди Игрейна, сэр Галахад на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем к нему. Эй. Да стой! Стой! Хозяин, налей! Налей, не слышишь? Абсента! Что вызывается? Что пытаетесь утопить? Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне неинтересно. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Какая враждебность. Похоже, вам пригодится вот это, рыцарь. Черная вода. Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре нечекаро. Деви. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего с глазу на глаз. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Займись делами в Блэквилле. Апка Хукумрани. Вы хотите отомстить за своего друга Мэлори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали.
Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Вы не там ищете врага. Мы боремся с одним злом. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже. И если это моей смерти вы желаете, так и быть. Моя смерть — вполне приемлемая жертва. Вы отрицаете, что пытались убить лорда Гастингса? Он заслуживает смерти, как и все его подлые сообщники. И вы ждете, что мы будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты. Даже от Ордена. Какие секреты? Нет времени на игры! Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы. Ответ ждет вас в доках компании в Блэквуд-Ярде. Нужно спешить. Если вы солгали, вы пожалеете. Тоннели ведут в Блэквуд-Ярд. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять. Среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Стыдитесь своих знаков отличия? Просто не хочу бросить тень на орден. Грей, что вы такое затеяли? Может быть.